сегодня я сижу в своей прекрасной студии и хочу вам показать то, как проходит мой обычный рабочий день. Дело в том, что я неспроста начал вести все свои видеозаписи, а мне стало интересно узнать, насколько правильно я все делаю. Я работаю в геймдеве, и геймдев — это, в принципе, то же самое, что приготовление еды. Ну, например, если ты делаешь лазанью, ты не можешь делать ее без листов для лазаньи. Иначе это будет уже не лазанья, а что-то другое. Или если ты делаешь тортиллу, вот мои рабочие инструменты. Первое, самое важное, это планшет, на котором я рисую. Обычная клавиатура, мне нравятся плоские кнопки, которые поменьше шумят. Наушники, желательно мониторные, чтобы были погромче. Два монитора, очень важно иметь два. Так вот мы работаем с Артемом, нашим партнером. Вот он в экране, поздоровайся. Всем здорово. Клево. Вот, и мы делаем игру Tower Defense, основанную на... Недалекое будущее. Недалекое будущее в рисованной графике в векторах. Вот тут, кстати, на экране видно то, как будет выглядеть новый уровень. Вот как клево. В общем-то, главное в этих всех рабочих процедурах это просто, чтобы не было скучно. Поэтому стараешься всегда как-то поинтереснее все разложить. Не так-то просто взять и сделать целую игру.